Минимальная заработная плата в стране выросла. Об этом сообщает Минтруд. По поручению главы государства с 1 января в Казахстане вырос размер МЗП с 70 тысяч до 85 тысяч тенге. Благодаря этому вырастут денежные доходы около 1 миллиона 800 тысяч наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тысяч бюджетников.